Вашингтон, Копенгаген, Кёльн и Париж – лишь часть городов, где выступал приглашенный солист Большого театра и лауреат премии Грэмми Николай Диденко. Этой весной звезда больших сцен посетил и столицу мира – Барнаул. На Алтае он не только пел, но и обучал секретам. Только когда уже свободно, на свободной гортани мы уже начинаем выстраивать резонаторы. Алтайские артисты перенимают опыт ни много ни мало у маэстро, обладателя редкого голоса, певучего баса с сильным верхним регистром. Мастер-класс и для студентов, и для профессиональных солистов. И у тех, и у других в основном одни ошибки, говорит Диденко. Когда вокалист зажимает вот эти мышцы, челюсть иногда выдвигается вперед, и мы видим, как иногда трясется голова у вокалиста, там он поет, так вот, да, и вот, собственно, вот эти зажатости я пытался снять сегодня. И гортань то же самое. Когда гортань свободна, мы можем петь свободно и долго. Частая причина зажатостей – ошибочная методика обучения, массово распространившаяся в 90-е. С ее плодами и борется Диденко. Вот-вот-вот-вот-вот. Да! Ага, и гортань, и на зевке. А Диденко указал мне как раз на нюансы, которые... Насализация. Излишняя насализация – это всегда присутствует в основном у вокалистов, у академистов. Это посыл именно вот масочный нос. Получается, что Диденко указал мне на отключение этого носа, то есть формирование правильного звука. Теперь, говорит артист, он понимает, над чем нужно работать. А значит, качество выступлений барнаульских исполнителей должно вырасти. Ходите на концерты, получайте настоящие впечатления, слезы, сердце. Совершенно по-другому человек чувствует после хороших концертов себя. И очень много оптимизма рождается, хочется творить, жить и воспитывать своих детей правильно. И ничего не должно мешать искусству, уверен маэстро. Ведь музыка в любой ситуации призвана объединять людей. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.